Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня светлый праздник 7 ноября. Поздравляю дорогих земляков с праздником 99-летием Великой Октябрьской социалистической революции. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Дело Ленина живет, памятники Ленину стоят. Страны, где памятники Ленину посносили, вы прекрасно знаете, и что с ними творится, вы тоже прекрасно понимаете. Итак, примите от нас, от Шимановского телевидения и от меня лично эту хорошую песню. Нам нечего терять, кроме своих оков. Обретем же мы весь мир, пролетарии всех стран, объединяйтесь. Слава СССР! Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, и лень.